снова в Гурзуфе. Сегодня с ночевкой приехал. Дождик, правда, капает. Погода не очень. Но интересно попробовать такую погодку. В общем, сейчас иду на место и будем распаковываться и приступать ловить рыбку. Так, и начну я сегодняшнюю рыбалку с ультралайта. Расскажу, какая у меня палка. В общем, палка у меня тикт срам до 3,5 грамм. Катушка дайва фуэго в 2000 размере. Вот. Оснастил проверенным буллером 3-граммовым оранжевым. Крючок десятка. Ну и маракуйя желтая. В общем, в принципе, как и всегда, я начинаю либо с чебурашки, либо буллера. Вот. А потом будем смотреть, в общем, что вообще у нас сегодня по такой погоде получится. Дождь рывается, пасмурно. Море тоже не особо спокойное. Ветерок поддувает. Это зацеп за траву был. Это не поклевка. А хотелось бы, чтобы уже была поклевка, но... Но это не она. Буллер мне нравится тем, что он летит, конечно, далеко. Игра у него интересная. Переставил чебурашку. И сразу же поклевка. На буллер вообще ни одной поклевки не было. Поставил чебурашку с той же маракуйи желтой. И сразу небольшая такая кукушка клюнула. Прикольно. Бойкая была такая прям. Дергала нормально. Ну, отлично. Отпустим такую малышку. Ну, что-то опять подсело такое. Похоже на кукушку. Хотя посопротивлялась и все. Наверное, зеленуха. Ну да. Маленькая зеленуха. Зеленуха. А нет, кукушка. Мелкая кукушка. Решил проверить, поставить креветку. И сразу клюнула мелкая кукушка. Обычная вареная мелкая креветка. На креветку прям сразу, бой такой. Отбивают. Есть. Опять кукушка. Меленькая.
Креветка есть креветка. Никогда не пробовал так, чтобы на вареную креветку ловить. В основном силикон. Ну вот и результат получается. На маракую я стоял, только одну зеленуху уловил и каменного окуня одного. А на креветку уже вот третий заброс. Из двух забросов было две рыбы. Поклевка. Наверное, съели. Ну да. Просто на креветку просто разрывают. Поставил свеженький кусок мелкой креветки. Вот делаю заброс, интересно посмотреть, как будет продолжаться такой же клев. Вот даю заглубиться. 1,5 грамма. Грузик. Ну, и небольшими подбросами. И равномерной протяжкой. Подыгрываю. Вот, есть уже удары. Оп. Ах ты. Ай-яй-яй. Ну вот что из этого кусочка осталось. Интересно, его сейчас попробуем закинуть. На этот мелкий них. А, так он отпал, понятно. Идем, меняем. Ого. Вот это вот поставил свежий кусок креветки и атака. Что-то сегодня вообще мелкие какие-то кукушки поклевывают. Просто сразу вот. А, есть. Скорее всего, опять кукушка. Нет, зеленушка. Зеленушка.
Года два я, наверное, уже не пробовал на креветку ловить. Просто интересно было поэкспериментировать. То ли ласкиря здесь нет, то ли он не желает маракую брать. Ну, как первые минуты рыбалки показали, что на креветку, конечно, а так больше и чаще. Практически каждый заброс, вот, и идет атака. Вот, есть. Зеленуха чередуется с каменным окунем. Я что-то сразу не подумал, что будет такая разница прям. Думал, чаще, конечно, будет на креветку, но не так, что прям такая большая разница. Опа, есть. Заброс, поклевка. О, это уже хорошая кукушка. Ну как хорошая? Побольше тех, которых я ловил. Прям таких очень много меленьких. Прошлые разы мы, конечно, крупных ловили в основном. Были средние, но таких мелких, конечно, не попадалось. Вот же она. Кукушка. И с этой стороны клюнул морской окунь. Активность окуня сегодня, конечно, радует. Прям вообще. Я не знаю, я по-светлому его уловил уже, наверное, с десяток. Раньше приезжал по-светлому, там, ну, 2-3. Попадалось и все. В основном уже когда солнце село. А сегодня прям активность его радует. Вот-вот уже потемнеет. Буду оснащать лайт свой. Поставлю, как обычно, тирольку. И рачка силиконового с аттрактантом. Ну, я, конечно, не ожидал, что до заката я столько кукушек уловлю. Было, конечно, неожиданностью. Практически стемнело. Ставридка клюет мелкая. Сейчас ставлю тирольку 4 грамма. Решил не на лайт ставить, а на ультрик поставлю 4-граммовую тирольку силиконового рачка с аттрактантом. Ну и буду пробовать уже ерша в
Может, все-таки повезет мне наконец-то горбыля уловить. Не знаю, посмотрим. Вот. Продолжение следует. Все, получается, я полутораграммовую чебурашку убираю. Так, беру тирольку. Тиролька 4 грамма. Вот на таком она у меня поводке. Флюр 0,26, 0,25. И сразу вешаю карабину. И на этот же карабин. На этот же карабин вешаю крючок. Так, только крючок у меня в этой коробочке. Все, прям на этот карабин надел, и получился у меня такой монтаж по типу дропшота. Все, а на него уже беру вот такого рычка. Он запахом в аттрактанте. Вот так я его насадил. И все, и можно. Можно идти ловить. Все, даю приманкой опуститься. И мелкой протяжкой подбросами веду по дну. Что-то подсело. О, это уже хорошая кукушка. Это уже прям зачетная. Вот такая. Ух ты. Куда ж ты там засела? Есть. Уже прям недалеко от пирса клюнул. Вообще, малыш. Что-то подсело, подсело. Кукушка. Или ёршик? Ёрш. Но тоже мелкий. Ну и да. Мелкий. Хорош. Пожарный. Такой же, наверное, мелкий. Мне что-то кажется, что это опять ты. Опять? Которого мы отпускали. Вот. А, Юра, этот дохляк просто сразу переплыл такой и поймал. Пошел всем рассказывать, что давай. Давай. В общем, буду я заканчивать сегодняшнюю рыбалку. С приходом темноты. Так, ставки были на ерша. Что-то ожидания вообще не оправдались. Поклевки вялые там. Несколько рыб уловил и все. Простоял уже часа два практически без единой поклевки. До заката солнца прям классно кукушки порадовали. Практически на каждом забросе клевали. Всем спасибо за просмотр. Ну а я буду готовиться к утренней рыбалке.
Ну а это будет уже в следующем ролике. Всем пока.